структуру, потом уже выделять земельные участки. Из опыта прошлых лет мы видим, что были выделены земельные участки как в городе Уральске, так и в районных центрах, населенных пунктах, где нет инфраструктуры. Она была выделена, и жители в последующем испытывали определенное неудобство в связи с отсутствием электричества, воды, газа. И мы уже планомерно, занимаясь этим вопросом, решаем вопросы представленных, ранее представленных земельных участков в поселке Геркуль, ПДП-1, ПДП-2 и других населенных пунктов. И эту работу мы будем проводить дальше. И без подвижки.